Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действие, а потом задумываются о последствиях. Буква Ч в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Нередко носители этого имени добиваются власти и авторитета благодаря работоспособности, порядочности и ответственному отношению к жизни. Значение буквы Ч в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим. Обладатели имени с буквой Ч отличают сильную связь с близкими людьми. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. У обладателя согласной Л в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Отстаивая ту или иную точку зрения, они могут мгновенно поменять ее на противоположную, если почувствуют, что их аргументация иссякла. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Победа обладателя этого имени – это лишь лучшее доказательство гибкости их ума. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.